Здравствуйте! У каждого из нас были праздники, будут праздники, есть праздники. И для этих дней я хочу предложить горячую закуску из крабовых палочек. Вначале нарезаем мелко крабовые палочки. Затем мелко шинкуем лук. Добавляем крабовым палочкам нашинкованный лук. Затем нарезаем красный перец также мелкими кубиками. Добавляем нарезанный перец. Возьмем булочку или белый хлеб и отделим корку. И накрошим хлебный мякиш в массу. К массе добавляем майонез и яйцо. Солим и перчим. Смочив предварительно руки водой, формируем из массы шарики. Укладываем шарики на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. И ставим запекаться шарики в духовой шкаф. Наша горячая закуска из крабовых палочек получилась на славу. Приглашаю всех к столу. Приятного аппетита!